Говорят, школьная пора запоминается на всю жизнь. С трепетом и теплом вспоминается и в студенческие годы, и в рабочие будни. А потому последний день в стенах родной школы всегда наполнен эмоциями. В Сухумской средней школе номер 2 имени Александра Пушкина праздник начала взрослой жизни начался с зажигательного танца школьников. Последний звонок – это праздник, на котором невозможно сдержать слез. Ведь позади остается 11 лет жизни, наполненной успехами и трудностями, радостью и грустью, мечтами и планами. Все эмоции, переполняющие ребят, сложно писать словами. Впереди долгая дорога, полная новых приключений, вызовов и свершений. Но любимую школу, как говорят сами выпускники, покидать совсем не хочется. Вот и последний звонок, 11 лет учебы позади. У меня очень смешанные ощущения. Я считаю, что это самый лучший и дружный выпуск. Конечно, очень расстроена из-за того, что мы заканчиваем школу. Все-таки прожили 11 лет вместе. Жалко, что прощаемся и с учителями, и с друзьями, с которыми мы столько времени вместе. Очень всех люблю, очень буду сильно скучать. Именно здесь, в стенах Сухумской школы номер 2, ребята, которые сегодня оставят ее навсегда, не только получили неоценимые знания и опыт, обрели настоящих друзей, но и сделали важный в жизни каждого человека выбор – выбор будущей профессии. Я уже поступил в Питер на архитектурный факультет, а именно в Санкт-Петербургский горный университет. Планирую там отучиться, приехать сюда и что-нибудь сделать для нашей страны. Мне очень нравится профессия стоматолога. Я выбрала медицинский и поступила в РУДН в Москву. После поднятия флага и исполнения государственного гимна состоялась торжественная линейка, на которой директор школы Ирина Павирскер и главный специалист отдела образования администрации Сухума Марина Аршба сказали ребятам много теплых слов. Провожая школьников во взрослую жизнь, директор школы отметила, что педагогический состав очень гордится каждым из своих выпускников. 27 учеников уже стали студентами вузов. Хочу поблагодарить родителей, которые все 11 лет стояли рядом с нами. И я думаю, что уже в их руки мы передаем хороших, главное, добрых детей. Хочу поблагодарить мой родной коллектив и учителей, и тех, кто помогали нам в этом деле, наших работников школы, за их неоценимый большой труд. А нашим ребятам я каждый раз выпускаю, вы всегда, каждый выпуск все равно самый-самый любимый. И хочу пожелать вам исполнения всех ваших желаний. Желаю вам больших успехов. Я уверена, что вы всю свою жизнь пронесете то добро, которое воспитали в вас ваши школьные учителя. Все 11 лет учебы рядом с ребятами были их педагоги. Учителя, готовые всегда помочь и поддержать. И, конечно, классные руководители, буквально ставшие детям родными. Выпускники трогательно поблагодарили их. За глупости и шанс прощать делили с нами радость и беду. Вы приучали нас к работе и труду. Так рады мы, что жизнь связала нас. Впереди у ребят выпускные экзамены и подготовка к поступлению в университеты. Их ждет по-настоящему большой жизненный путь. Но даже спустя года, десятилетия после последнего звонка, они будут с теплом вспоминать стены родной школы, воспитавшей их. Рада Чачава, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.